Подойди. А! Ну что? Дани, я нашел еще одну зенитную пушку военных. Отмечаю место на карте. Грасиас. Надо поддержать этих повстанцев огнем. Здесь надо аккуратно. Этих вас не спасет. Груз припасов отклонился от курса из-за ветра. Ищите его в депо неподалеку. Поняла. Мы отправим отряд. Уверен, что мне эти припасы куда нужнее, чем военным.
секрете. О, да. Тут тонна полезного добра. Антона Кастильо. Яра снова станет раем на земле. Но все транспорт скоро будет. Грасиас, Улуба. Esta noche voy a tener pesadillas.
Легче легкого. Знаешь, у тебя просто потрясно выходит. Захочешь снова впечатлить меня? Звони. Ya no puede ni salir.
Сюда. Расскажи, что знаешь. Военные собираются сбросить припасы для своих. Доберись туда раньше, Дани. Благодарю. В зоопарке? Нет, я по-твоему телепортироваться умею.
Конью, какие мы чувствительные. Только когда меня кто-то раздражает. Буду там звякну. Так. Осторожно, Дани. Транспорт скоро будет. Вот. Хороший выбор. Благодарю. Далее. Я в зоопарке. Отлично. Я на Лабутидоре. Колесе обозрения. Ясно. Иду. Благословение. Хвала Упу. Надо покончить с этой херней. История повторяется. Моя история. Яру построили рабы, а теперь рабы трудятся над Вивиро. Эль Пресиденте — чертов афроиранец и даже не улавливает иронию. Они взяли невинных людей, которые пришли на наш концерт. Тот, что мы провели в Эсперансе. Во время шоу начался бунт. Министр дерьма в уши Мария Маркеса сунула нас в черный список. А меня закрыли в ее академии. Хотели промыть мозги. Меня спас Пауло. Посоветовал забыть о том, что я там видела. Но я не могу. Там столько людей сидит. Живут в клетках. Спят в собственном дерьме, как я когда-то. Мне их не вытащить. А вот тебе это под силу. Что скажешь? Я буду наблюдать отсюда. Нужно торопиться, а то будут трупы. Сигналку вырубить бы. Пленник.
пора освободить бедняк. Ну все, мне конец. Бегите же! Подмоги не ждите. Истинные неранцы не стыдятся тяжкого труда. Своими руками мы создаем чудо ярое впереди. Своими руками возводим величественные башни Эсперанцы. И своими руками задушим так называемую либертад. Террористов, угрожающих всему, что нам нужно. Совсем рядом. Валите отсюда! Пину мало. Я не хочу умирать. Не хочу. И всех нас убивает наша. Мы терпим тех, кто отличается. Терпим заблуждение. Нужно видеть. Бегите! Шустрее! Бегите же! Помоги, прошу! Спаси их от моих отпытых! Освободи их! Ключи. Сначала нужно освободить пленников. Бегите! Спасибо. Я этого не забыла. Шустрее! Спасибо! Ну. Нас хотели Красиво отправить в лагеря для изгоев. Я думала, что здесь умру. Жертвующих всем ради я. Я ничего не делала. Бегите же! Они хотели скормить нас паком. Грасиас! Грасиас! Талия, людей я спас. Круть, но этого мало. Иранцы должны увидеть злодеяние Кастильо. Увидеть, почему нельзя больше молчать. Здесь повсюду камеры. Записи с них могли бы многим открыть глаза. Блин, да, не точно. Пустим видео в эфир. Бича сделает так, чтобы записи увидела как можно больше народу. Поищу комнату управления. Что?
А вот и ключи. Записи должны быть здесь. Так, вот и записи. Дани, у врага подкрепление. Гони, я еще качаю записи. Они нам нужны. Грохни всех солдат. Живее! Вот, получи. Все, наконец-то. Далее. Тут все чисто, и записи у меня. Ясно, почему ты нравишься Кларе. Мария не сможет замять это дело. Не боись, вклад Либертат не останется незамеченным. Я в тебя верю, Талия. Ладно, встретимся у статуи Антона, той, что у главных ворот. Ты увидишь. Оно того стоит. Поверь мне, Дани. Талия, где тебя носит? Глянь, это зебра Антона. Это лошадь в краске. Си,
Но я прославлюсь. Сфоткай, ну. Шустрее! Да сфоткай уже, блин! Держи ее! Только попробуй еще дернуться. Вот, сразу Сигналка. Черт, КПП. Значит, мне не послышалось. Так, аккуратно, Дали. В лагере Максимус. Твою мать. Земли дикой упрямые. Си, думаю, вы с ним подружитесь. Ага, смешно. Поговорим, когда ты вернешься в лагерь. Не спрячешься. Thank you.
Моги не будет, командир нас. Что? Есть новости? Да, не отмечаю на карте местоположение зенитки. Ты знаешь, что делать. Muchas gracias. Ты! Что нового? Дани, когда мы видим КПП, мы от него избавляемся. Для тебя как раз есть один поблизости. Спасибо. Сильно. Черт! Еще 4 часа и домой. Это пригодится. Huh?
Кинга. Только не трогай меня. Тут есть чем поживиться. Собака? Ты как туда забрался, песик? Хуан, я нашел оружие и пса. Собаку? И с давних времен используют в войнах. Сержант Стаби, Чипс, Немо. У него есть имя? Пока нет. Какого черта, Дани? Как же его индивидуальность? Дай псу имя. Ладно, ладно. Пусть будет... Бум-бум. Хорошо. Научи его отгрызать врагам кахонес. Псы должны быть подобны воинам. Жестокие, непредсказуемые, и с ними должно быть весело. Что-то мне подсказывает, Бум-буму уже доводилось сражаться. Красавица, да, красавица. Давай, Бум-бум, вперед! Бум-бум, иди сюда! Одиноко? А тебе? Тебе нужна женщина. Поехали, Перито. Привет, малыш. Тебе одиноко? Thank you.
захватил мне ногу. Пауло, как всегда, занят. Да? Прислал тебя мне помочь? Слушай, не зацикливайся на мелочах. Максимус Матансос, Либертат, они изменят все, если меня сожрут. Мне нужна помощь. Обычно я не предлагаю. Свободный выбор, свобода слова. Пауло все толдычит, что приоритетная задача — выбраться из Яры. Он тупо хочет сбежать от проблем. Я слышала, наш друг Матиас загремел к Маркете в Яранскую академию.
Он врач, но у него отобрали лицензию за то, что он нам помогал. Будто лечить кого-то, кроме истинных яранцев, преступление. А теперь ему поджарят мозги, и он будет кончать, услышав имя Кастильо. Я-то знаю, меня тоже пытались обработать. Паоло не станет спасать Матиаса, пока все не утихнет. Но ты ведь не будешь сидеть, сложа руки? Матиас просто святой. Не дай Маркесе его сломить. Надеюсь, ты поможешь нам. Запрыгивай, малыш! Там кто-то есть. Далее, я у Академии. Похоже, ее захватили пленные. Отлично. Все будет проще некуда. Нет, слушай, тут военные. Скоро начнется перестрелка. Тогда проберись туда и вытащи Матиаса, пока армия не пошла на штурм. Вы настоящий повстанцы. Надо аккуратно. Матиас, ты не похож на врача. Да, одежда не наводит на мысли. Талия велела тебя спасти. Ну, класс. Есть проблема. Отпущу артерию, и он умрет. Мне нужна аптечка. Охранники держат припасы в аптеке в другом здании. Я принесу. Рапидо, пор фавор! Бумбу, иди сюда. Combate a liberar este mundo.
Огнемет. Не спать, Дани. Берегись огня. Надо линять! Мерда! Эй, Матиас, я все нашел. Возвращайся. Сальдадос уже здесь. Повстанец, тебя долго ждать? Уже иду. Вот, держи. Грасис, мне нужно стабилизировать его, Дани. Отвлекай Сальдадос. Сингаус вызвали подмогу! Никто не пройдет. Надя. Подкрепление! Look!
grito en un mambi montao. Mi campo es un guanteao, el rumbo está programao. Como los audífonos de Dr. Dre, sonido policiao. Se sobre y oscuro como este ritmo que cala cual bala y decala intercala. Mi voz es el ritmo. Dale un grande, no pasa joya. Hace rap y le voy a hip hop cubano. Soy una sombra ambulante por la ciudad. 012 con la fama, hasta mi mamá la conoce más. Si el mundo supiera lo que siento por el rap. Отец, ты закончил? Пока что нет. Черт, времени мало. Хочешь, поменяемся? Они снесли баррикаду здания. Проход открыт. Prometida e insobornable, sé valorar lo que es que la empatía que me sobre. Esa es la ventaja que le veo haber nacido pobre. Ando por la rima sin pasaje de regreso. Y metiendo tu atacado desconocido, exprimiendo su renglón hasta que llore en verso. Pa' que los otros miles que quieren estar conmigo. Дани, из Либертад. Тебе не впервой без обезбола. Помоги-ка. Нормально лечат только истинных яранцев. У остальных есть я. Когда я удалял Паулу грудь, сорвалась поставка. Пришлось работать без наркоза. Он даже глазом не моргнул. Жесть. Вот он, Рай Кастильо. Скажи голубкам, я помогу. Как только найду антибиотики для нашего друга. К счастью, он выживет. Бум-бум, эй! Талия. Матиас в безопасности. Грасиас. Паула скажет тебе спасибо. Когда узнает. Да, ты хороший человек. Знаешь, в Либертад полно хороших людей. Тебе у нас точно понравится. Эй, Дани, притормози. Если мы разорвем больше цепей и покажем Маркесе с Кастильо, что нас не победить, то я подумаю. Может быть.
Погнали, Бум-Бум! Далее, Бум-Бум, далее. Тут нужна осторожность. Что? Бум-бум. Voilà.